Охладиться в жару в киевских парках установили 17 рамок. Они распыляют холодную воду. Новинку испытывал наш Владимир Гроссл. Рамка из древесины и 10 форсунок распылителей. Такую простую конструкцию создали столичные коммунальщики. Она вызвала ажиотаж среди посетителей парка Победы. Здесь открыли первую охлаждающую рамку в Киеве. Людям легче переносить жару, можно прийти в парк. Дети очень любят. Кроме этого, мы еще и поливаем газон, потому что вода идет на газоны. Стоимость такой рамки менее 10 долларов. За 6 часов работы она расходует около 1 кубометра воды. Такие конструкции, работающие без электричества, популярны и в Европе. Спастись от жары с помощью водной рамки распылителя. Эта конструкция установлена почти во всех крупных парках Киева. Посетителям инновация по душе. Ну что же, освежимся и мы. Охлаждающую рамку в центре столицы решили сделать оригинальной. В Мариинском парке ее украсили цветами. Больше всего рамка нравится детям. Они с удовольствием окунаются в водяные струи. Освежение, холодок. По достоинству оценили оазис прохлады и взрослые. Да, здорово, освежает в жаркий день. Всего в столице Украины установили 17 охлаждающих рамок. Демонтируют их, когда спадет жара. По прогнозам синоптиков, температура в стране понизится во второй половине августа. Владимир Гроссл, Петр Галка, UATV.